Всем привет! Продолжаем проходить Wasteland 2, это 29-я часть. Скоро, в принципе, пойдут уже 4-часовые части, но не факт, далеко не факт, потому что у нас еще 4 часа есть по 2 часа. И мы продолжим, мы уже в Голливуде. Голливуд, да, он самый. Мы там спасли рабов, но хер его знает, как с этим быть. Типа, мы же квест-то взяли только сейчас. А что это за комната, собственно? Погодите, там можно ее открыть? 13%. Мне очень интересно, что это. Давайте ее откроем. А, я уже сохранен. Давайте-ка. Рандомить. Зачем они перебегают-то? Так, погодите-ка, сохранить. Чтобы не бегать. Сразу на звуки пошлости. Сразу на звуки пошлости мы идем. Звенящая пошлость. Блин, надо было, наверное, ее качать. Отмычку. А мы что прокачали? Сейф? Да, мы сейф прокачали. А, ну сейф мы не прокачали, отмычку надо. Ага, еще два надо. Ну ладно, неудача, кстати, всего лишь неудача. Там, возможно, надо было еще и поспрашивать у этой поподробнее, но у нас не было навыка определенного. Очень неожиданно было. А морального навыка? Блин, пишут аморального, а используется он не так. То, с другой стороны, мы могли бы иметь очень много денег. Не успел посчитать. Открывайся давай, ну ёб твою. Иван, я справлюсь, она сказала. Ура! Так, что у нас здесь? Так, я его сюда сделаю. Здесь еще дверь есть. Добро пожаловать в подземелье укромного чего? Это кто сказал? Да ну нафиг. Типа она даже не откроется, что ли? Голливудская канализация. Через нее можно пройти сюда, походу, да?
Ну ладно, короче, здесь бессмысленно мы копошились, ничего здесь нету. Oh dear, this isn't the place for me. I'd like to wait outside. Не нравится это место. I'm disappointed in you. Come back when you're looking for someone. Ладно, ладно, ладно. Bring your women before me, whore driver, and I will choose. Тихо, тихо. I, but, what if they laugh at me? Nah, I couldn't. Он какой-то неуверенный в себе. Так, а что мы еще можем? А где я там найду доказательства? Ну пошли, ладно. По-моему, он был где-то. А, мне назад надо и потом налево. Так. И какие здесь доказательства? Вот это вот копошить? Серьезно? Стой, сохранить. Блин, точит долго. Ну, короче, готовьтесь, ребят. Или есть гранатка? У нее есть талант? Нет. Что, может он сможет ее отхерачить как-то? Так, погоди, один. Неэффективный, я понял. Ну окей. Блин, короче, я не буду этим заниматься. Сейчас пойдем. Куда? Куда мы пойдем? Может, ключ применится, нет? Ладно. В
Здесь больше ничего нету. То есть мне нужно как-то открыть эти контейнеры. Но эти не разговаривают, дебильчики. Очень неприятная локация в плане вот, тыкания чего-либо. Прям ужасно. Напротив детка корона Браун. А вот здесь где-то. А, мама Браун. Ну, допустим. Chili's the only reason I came to Hollywood. А, она его знает, прикиньте. Hello, friends. My name is Five. Leader of the children of the... Так, опа, может, здесь что-то есть? Гнутую ложку я нашел еще. Это что такое? Отель Калифорния. Так, а здесь я не был. Подозрительное место. Вы же пускаете других клиентов. Для вас мест нет, а теперь проваливайте. А чё у него хп-то нет? Я еще перезагружусь, короче. Короче. Для нас мест нет, что еще значит?
Кому-то пиздец. Что за дом Корлеоне? Ну почти. Для нас мест нет, ну и что? Из чего? Блин, это я все равно не зайду. Давайте загружусь все-таки. Меня что-то напрягает это. Что взял, убил чуваков вообще. Блин, опять бежать сюда. Ну, можно было базука пальнуть, лучше гранатку взять какую-нибудь. Так, а где оружие у нас здесь? Давайте с короной Браун поговорим. Где тут Лэм? Your chili's the only reason I came to Hollywood. Нам нужно вправо, в оружейный магазин. Hello, friends. My name is Matthias, leader of the Children of the Citadel. Что, ты вообще не понимаешь, что делать? This is the best place ever. We certainly enjoy Rambo selection. Так, дай-ка я возьму. Есть простая гранатка, не вот такая вот этот пиздец, который разнесет полгорода. Что-то попроще есть? Блин, ну ладно, я возьму одну. Пошлите доказательства добирать. He's like some kind of god of killing, isn't he? You rock, Rambo. Попробуем добыть доказательства торговли рабами. Он задевает, да, немножечко. Отойдите оттуда, блин, дебилы. Ага. И что у нас здесь? Лом. Раздавленная банка. Книга заказов живчика. Возможно, это доказательство, кстати. Да. Так, а куда это? Кому это помочь надо было?
Это за задание? Мы встретились на клавиатуре с Фло, она рассказала нам, что Швок ничего не хочет предпринимать по поводу сомнительных личностей, которые обедают у него. Ага, окей. Работорговля, пошли. Это нам в бордель, да, надо, да? Вот сюда надо. Очень неудобно, конечно, тут бегать. Где-то вот здесь, что ли? Это бордель этот вот? Да, это бордель. Стрёмное здание какое-то. А ты Вероника? Нет, это Хайди. Вы еще нашли работорговлю, да? Дайте мне посмотреть. Да, это точно, что нужно. А теперь, пожалуйста, отнесите это Хайди. Покажите, что ей. Она должна этому прислушаться. Пошли, отнесем. Я помню, как она в первый раз пришла. Простая такая девочка. А надо... Никто бы не подумал, что она станет такой острой. Что вы знаете о рабстве? В Голливуде нет рабства. Все мои наемные работники находятся здесь по своему желанию. И все это касается тех мальчиков и девочек, которые работают на китайском казино. Я никогда не принуждала и не просила ничего сделать, что ли, против их воли. И не собираюсь делать этого впредь. Они делают то, что им нравится, и им нравится, что они делают. До меня доходили слухи, но я получил по СГ провести расследование, и они ничего не нашли. Только, кстати, девочка и мальчик, которые предоставили, исчезли. Но некоторые из них не вернулись, из них вернулись домой. Некоторые нашли работу в других городах. А кое-кто просто отправился на поиски новых приключений, как часто поступают путешественники. Эти истории о том, что у Швога всегда столкнутся работорговцы, всего лишь слухи, которые распускаются конкуренты, чтобы переманить посетителей. В них нет ни доли правды. Вот доказательство. Это все очень серьезно. Я благодарен вам за то, что вы довели это до моего внимания. Я немедленно поручу ПСГ разобраться с этим. Но, пожалуйста, ничего не предпринимайте самостоятельно. Это наше внутреннее дело, и мы не хотим поднимать шум. Репутация Голливуда не должна пострадать. Это ладно, но там трупики уже. Вам понравится китайское казино. У них нет такой широкий ассортимент услуг, как у нас. Но ведь надо же иногда вылазить из постели. Так почему бы вам не полюбоваться шоу или не окунуться с головой в мир азартных игр? Казино — это самое шикарное развлечение, заведенное на побережье. Им управляет самый элегантный джентльмен. Мой дорогой друг Мэнни Бонг. Что за Мэнни? Требовательный клиент, но самый добрый и честный человек в Голливуде. Состоящий джентльмен, который создал величайший центр развлекательной индустрии на всем западном побережье. Мы выполнили квест. Да хорош. Я понял, что тебе хорошо там. А, да. Я сказал, что этим займется ПСГ. Я знаю, что этим закончится ничем. Ну ладно, вы хотя бы пытались. Спасибо, рейнджеры. Подождите, рейнджер, послушайте, вы как-то спрашивали, не нужно ли помочь мне. Но я отказалась. Но после этого я выяснила, что вам можно доверять, поэтому могу кое-что вас попросить, если вас это интересует. Спасибо, это немного необычно для женщин моей профессии, но я влюбилась. И что еще хуже, я влюбилась в клиента. Я называю его сломленный человек.
Он приходит сюда, чтобы я его била. Как он говорит, за его грехи. И они, наверное, ужасны. А, так как несколько раз я его чуть не убила. А он все равно утверждал, что этого недостаточно. Я не знаю его имени, и я никогда не видел его лица, так как он носит маску. Но я люблю его и боюсь за него. Обычно он приходил раз в неделю, но я не видел его уже больше месяца. Я боюсь, что с ним что-то случилось. Или я чем-то его обидела. Я знаю, что это безумие просить вас найти человека, лицо которого я не могу описать. Но если вы встретите высокого человека, очень худого и с печальным голосом, не могли бы вы спросить у него, не знакома ли ему женщина по имени Вероника? Если он ответит «да», вы не могли бы попросить его вернуться к ней? Еще я знаю, что он не из Голливуда, возможно, он из Лос-Фельза. Или мне даже страшно подумать об этом, из Бастиона. Спасибо, я знаю, что это блуждание во тьме, но если вы его найдете, я буду вам безмерно благодарна. Он никогда не снимал маску, поэтому мне... Так, ладно, мы не будем говорить Да, я не буду, типа, рассказывать. Кстати, надо этого подлечить, наверное, или не надо? Окей. ДНЦ, возможно, наниматель. Это потому что он чувак в маске. Очень возможно. Hello, friends. My name is Five. Leader. Bringing you good news for your look around. Нет, не то. Давай подлечимся, возможно. Вот здесь, да? You live in a world of squalor, crime and death. Типа я могу зайти, да? Зайдем. Ебать, их хрена тут месиво. Жесть. Все равно выглядит. Погоди, а если... Невозможно. Я сохранился, да? Ну давай, ладно. Лучшее задание на свете. Что-то было. Нет, вот с ними. Да, вот возьмите это за работу. Ага. Экспериментально обезболивающее. Но это доктору. Нахер мне тут патроны. Ну, ладно. Типа они внутри и прибрались, да? Ну я бы не сказал так. Ну, ну ладно. Don't mind the mess, friends. Martha Webb. Мэм, дорого.
Так, окей, ладно, до свидания. Do you have anything that'll make women do what you want? Bah! You mock me at your peril. Человек, конечно, вообще неадекватный. Так, а что такое? Оружейный магазин Рамбо? У меня пока квест там еще есть. Лемон. Где он, блин? Надо искать, где Лэм. А можно на карте посмотреть... Алекс Фальк. Пить пистолет. Надо искать. Я так не найду. Я не помню, где он стоял. Ой, Лэм, Лэм, Лэм. А здесь тупик, кстати. Так, ну-ка побеседуем с этой штукой. Матфей? Не волнуйтесь, это не ловушка. Я всего лишь хочу поговорить с вами. Я хочу проверить, не можете ли вы прийти к взаимопониманию? Ну, говори. Благодарю вас. Я знаю, что есть разногласия. Вы считаете меня подлым убийцей. Я точно так же думаю о вас. И мы все считаем, что наши действия оправданы. Но что если я вам скажу, что это всего лишь недоразумение, что наши цели совпадают? What if I was to tell you that it's all been a misunderstanding? Да, могут совпадать. Ну, что я хочу уничтожить человечество, я стремлюсь к трансцендентности человечества. Смотрите, мы все хотим, чтобы люди жили лучше. Весь спор идет только к тому, что... где? Идет только вокруг человечества. А того, что метод эффективнее. Так что давайте справим... Сравним. Вы хотите, чтобы люди жили лучше, и для этого ловите преступников и поддерживаете правопорядок. Позвольте вас спросить, это работает? Конечно, это работает. Правда? Преступление продолжает совершать? Да. Удавалось ли полиции когда-либо искоренить преступность? Нет. А почему? Потому что органы правопорядка не могут искоренить главную проблему человечества – потребности. А трансцендентность может. Нет никакого другого, ты враг. Ладно, допустим, погоди, ладно. Когда наш разум и наша душа будут находиться в синтетическом теле, нам не нужна будет пища, не нужна будет вода, не нужно будет убежище. Все эти вещи, из-за которых мы люди грабим и убиваем друг друга, станут никому не нужны. Нам нужно будет только немного солнечного света для подзарядки батареи и все. Будет просто не за что драться. Всем всего хватит. Это не так. Это вообще не так. Дело в том, любой человек, ну ладно, не любой, некоторые хотят этого. Но если взять общество, то люди хотят выделяться. Хотят. Поэтому и возникают различные дорогие вещи, которые нахуй никому не сдались, но они просто имеют какой-то вес. Вот. И поэтому их покупают. И многие так и будут хотеть в любом случае. Многие хотят выделяться. Всегда люди выделялись чем-то. Пытались одеваться как-то по-другому, еще чем-то. То есть это потребность человека выделяться этим. Он, короче, несет хуету. Это же вот эта цитата миротворца. Я готов убить женщин и детей ради мира во всем мире. А все эти вещи, из-за которых мы так не прекрасно. Да, неприятный способ, ну, допустим. Без борьбы, но, по крайней мере, метод... мой метод может искоренить насилие. Если выбрать ваш путь, насилие никогда не будет покончено. Итак, вы хотите присоединиться ко мне? Вы хотите сражаться за трансцендентное будущее? Да, блин, ну серьезно. Ладно, давайте я пока... 35 минут. Короче, вообще ничего не было ясно. Час 25 еще остался. Нет.
Будете сражаться за истинное будущее, за будущее рейнджера. Ну вот, я так и знал, что вы слишком бестолковы и вас невозможно уговорить. Очень жаль. Если вы согласитесь, возможно, я бы пощадил ваших друзей в цитадели рейнджеров. А теперь я боюсь, их ничего не спасет. Через несколько дней мы летим в Аризону. Как вы будете жить с чувством вины? Так, а как ты будешь жить, если я тебя расхуячу? А где мы находимся? О, кстати, да, я же не раскапывал этот раз. Нифига себе. Я не знаю, где Тлем находится. Офицер, блин. Надо поворачивать обязательно. Ну что? Ну, мы можем, короче, еще пойти в кафешку. К Швогу. Просто поговорить с ним. Nice place for young folks. Bit noisy for me. Мы нашли книгу заказа живчика. Говорит, хороший блондинок. Хороший урожай, блондинок. А, черт, наверное, это герцоги, да. Я понимаю, я уже давно что-то подозревал, но не хотел поднимать шум, не будучи до конца уверенной. А теперь чувствую себя последней сволочью. Сколько детей они забрали из-за того, что я молчала? Нужно что-то предпринять, пока не попал еще один ребенок. Послушайте, я знаю, что именно... не имею права просить, потому что мне давно уже следовало что-нибудь сделать. Но я официантка, а вы рейнджеры. Вы знаете, как улаживать такие дела? Вы можете что-нибудь сделать со Швогом? Прикрыть его бизнес, рассказать Хайди, еще что-нибудь. Да? Вы сняли груз с моей души, рейнджеры, спасибо. Потом зайдите и расскажите мне, что вы сделали. Но я тут не смогу зайти, наверное, да? Ну, пошлите, сходим в бордель, получается, прикрытие Хай... Швога. Где он был-то, бордель-то? Блин, что так далеко-то? Так, налево поворачивай. Так, если смотреть с этой стороны, то налево это сюда. Где-то здесь. Нет. I'm disappointed. Come back when you're looking for some entertainment. Бля, а что такое-то? Может, ППГ? По диагонали через дорогу, короче, вот тут где-то она. Только с той стороны заход. А где? А, вот Псерлам. Чем вам можно помочь? Мы хотим сообщить о преступлении. Ясно, какое категория относится преступление. Похищение. Хорошо, где оно произошло?
Канализация. Ма браво. Что она хочет? Мы хотели подписать представление о том, что Ма Браун навела порядок в Кроне Браун. Или что? Или это угроза? Никаких угроз. Мы слышали, что вы постоянно обедаете у Май, и подумали, что вы могли бы это сделать во имя прошлого. Да, мне очень жаль, Ма Хайди заняла жесткую позицию, и мне не нравится. Но что я могу сделать? Она мне платит зарплату. А что если мы заплатим вам сколько, что вы целый год можете заказывать у Ма Чили? О, черт возьми, у меня на это будет неприятность. Ну хрен с ним, я скучаю по Ма Чили. Ладно, продолжайте. Давайте я подпишу эту штуку вот так. Скажите Ма, что ей ничего не угрожает. А еще передайте, что как только она снова откроется, я приду снова ей в дежурные. Так, где Лэм это? Швог. Да бля. Контор Корона Браун. Вот надо сейчас по улице вот. А, вот к нему идти, то есть в ту сторону, окей. Где-то здесь она должна быть. Вот она, Браун, да? Так, погоди, стой. Copy, Ranger. Echo 1. Congratulations, Echo 1. You've done well. Вот теперь говорим. Это просто фантастика, мне понадобится некоторое время, чтобы снова все наладить. Но когда я это сделаю, вам, ребят, никогда больше не придется голодать в Голливуде. Спасибо. Так, и что у нас там? Так, окей. Раз по заданиям. Ну, пошлите со Швогом, пытаемся поговорить. Не, я хочу сначала этот. Hello, friends. My name is Five, leader of the Children of the Citadel. Это Швок, вот это. Good news for your future. Магазин оружейный. Так. Высоты. Что такое высоты? А, это понял. Но его давно тут не было, наверное, его тут нет уже. Прямой, да? Надо поговорить со Швогом. Как-то. What a lovely Venus flytrap. Надо поговорить с ним.
Ёпта. Кажется, мне какого хрена вам нужно моему офисе? Быстро! Что знаете о рабочей торговле в Голливуде? Значит, у вас запись живчика, да? Это очень плохо для вас. Зовите поваров, парни, у нас есть свежее мясо для похлебки. Какого хера так это все сработало? Ух, промах. И еще промах. Там, по всей видимости, нас чел переградил дорогу. Хрена, его почти убил. Так, а стоп, а что там? Я не сохранился, да? Блять, она закрыта, прикиньте. Как может у компьютера быть десяточка, а скрывает все равно 29% только? Так, ну мы открыли дверь. Ладно. Блять, ну надо всех туда загнать. Комната, конечно, пиздец. Ага. Но он, видимо, кроет их. Открывает. Там кровотечение, что ли? Yeah.
Ну давай, ой, больненько. Ух, повезло. Угу. Он психанул. Оу. Да с чего он так хуячит? Нам надо лечить снайпера. Да нет, нет, стой, 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 стой. А себя можно вылечить? Сюда отойду. Kill, kill, kill. Так, кто там у нас дальше? Тут мы не дойдем, наверное. Сюда надо идти. Сюда не пройти. Что это за выстрелы? Да ёпта, ну ты че ебанулась? В смысле, я то не могу подойти? Маловато. Да ты заебал, ты можешь подать? О, один выстрел остался. Нокаут. Ну он такой слабенький. Вот и все. Там надо поднимать человека. Она сейчас упадет, кстати. Не успел. В принципе, у всех более-менее нормально по ХП. Окей, вызываем. У нас подняли, получается, Маринку и Докха. Ну давайте качаться. Тут у нас ничего нету. Урон, конечно, это от оружия очень слабенький, его надо менять. Дрессировщика, может быть. Лабу на тебе шавка. Это задание вспомнил сейчас. Я не знаю. Давай грубую атаку.
Так, Маринка, восьмерочка. Сейфы давайте. У нас как раз тут сейф стоит. Замечательно. Так. Тут у нас что? Но можно пистолет прокачать или энерго? Ну, пока не хватает. Роза, шестерочка на хирургии. Снять сигналки давай возьму. Так, это что у нас? У нас ничего. Это ничего. Окей. Ну-ка, таланты. Талантов ни у кого нету. Ну и ладно. Так, окей. Теперь надо поднять все, что тут есть. Да, блять, как это неудобно. Ну и... У, нихера себе. Инфернатор. Это что такое? Дробовик. Нихуя себе. Так, окей, теперь сейф. Так, сохранить. Я, кстати, не могу открыть. Зря я так сохранился, кстати. Блин, может, гранату притащить еще одну? У меня, в принципе, есть оружие, которое могу продать. Это заебало. В принципе, в следующий раз должна открыться уже. Ну, сигналку мы снимем сейчас. Это да. О, открыть только. Да заебало. Тут не 29%. Креатическая неудача. Пиздец. Этой игры надо защищаться. На скоро последний раз, когда мы можем. Ура! И что там у нас? А мы не можем открыть. Пиздец. Ладно. Ну, надо взрывать давай его. Пошли гранату возьмем. Ну-ка, с Лоу поговорим. Ну, да.
Он всегда был чересчур вспыльчив, так что я не удивлена. Ну, герцогу пиздец, да. Так, куда нам получается идти? Юас Денте. А, вспомнил. А где это было-то? Блин, далеко. Влево и направо. О, налево. А что нам выдали-то в итоге? Ох, бля. Семь брони. Это лучше? Ну да, это лучше. Требуется сила 4. Но это возможно на кого-нибудь вот этого. А, у него уже такая. Это можно продать. Как и этот пистолет, наверное, да? Вот этот пистолет можно продать. Рабочие джинсы. А, не, не надо. Рваные колготки получше. Так, вот это вместо вот этого, наверное, да? Сколько тут? Да, тут дохуище урона, конечно. Это тоже продаем. Черные брюки с ботинками, черные джинсы. Ну тут и херота, конечно. Джейсон, кто такой этот? Ладно. Bienvenue, Rangers. Mas oui, certainly. Please enjoy Rambo's selection. Так, продать. У меня по-любому что-то в сейфе важное лежит. Так, это мы продаем. Так, это тоже мы продаем. Это мы оставим. Бордовая рубашка с отливом. Это мы продаем. А, продажа барахла, погоди. Так, все члены. Ага. Мобильная пехотная, мы ее продадим, потому что, наверное, одеть не на кого. Так. Это мы продаем. Этот тоже мы продаем, потому что у нас один есть такой же. Рабочие джинсы тоже. Шлем из покрышки. Подбитая куртка, коровья лепешка. Она весит капец. Самодельный меч. Так, теперь купить.
Броня десяточка, прикиньте. Рук пятый калибр. Блин, как взять было? Гранатку я беру, да? И по-хорошему надо поменять нам... АУК. Ну тут больше урона, конечно. Давай возьмем. 1400. Тот продадим. Так, секундочку. Так, минус 16% почему-то. Это мы продаем. Ну да, это посильнее будет. Но он какой-то просто вообще неженко стал. Так. Так. Продаем вот это. Получается у нас 200. Блин, это почти перегрузилось. Только чем? Я не понимаю. Так, ладно, купить. Вот этот пистолет мы берем. Гранату я взял. Так, окей. Адумиами. Где пистолет-то? В смысле? Граната есть. Может, его не взял? Я даже две гранаты взял, ну ладно. Так, ладно. Я, видимо, пистолет не взял. Ага. Кому его дать? Я не знаю, насколько типа он хорош. Но у нее больше всего патронов, поэтому пускай она его таскает. Сколько мне пробило? Шестерочка пробиловка. Шесть. В принципе, неплохо. Мы хотя бы потратим эти патроны. Ну и все. Пошлите открывать сейф. Где оно? Ага, то есть сейчас направо и налево. Да, сейф открою, все будет. Че это за дверьми? Я же их не выбивал вроде как. Так. Роза. Блять.
О, тут еще один. Ну-ка. Окей. Так, а в сейфе что-то должно быть, наверное. Бухгалтерская книжка герцога Швога. Ага. А, вы знаете что-нибудь о герцоге и работорговце? Да. Он заправлял всей торговлей рабами, а я все это время на него работал. Фу, меня сейчас тошнит. Я бы хотел как-нибудь загладить свою вину. Хм. Возможно, я смогу сделать... Это место, мне нужен новый хозяин, да? Может быть, мне удастся сделать его таким, каким оно должно быть? Спасибо, рейнджеры. С этого момента для вас все за счет заведения. Как здорово. Серьезно, я могу, типа, все делать? Так, за счет заведения же. Или типа лечение за счет заведения. Так, что там еще есть? Теперь вы хозяйничаете. Да, я знаю, что на вывеске до сих пор Швог, но теперь хозяйка я, и это все благодаря вам. Вы избавились от босса, вы избавились от работорговцев и дали мне шанс начать на старом месте все заново. Больше никаких волков и овечек, только хорошая, вкусная еда, счастливые люди. Хорошо. Вот так мы справились со всем. О, кстати, меня повысили. Очко таланта, кстати, дали. Видели, видели, видели? Ага, ага. Блин, не хватает. Задиру прокачай же, палец у нас уже... А, палец на восьмерочку надо. Ну тут не хватает. Чего у нас в талантах? Можешь оставить пока что? Это нет. Это подождем. Прокачаемся там. Так, окей, куда идем? Пошлите в бордель. Это влево. Так. Куда? Сюда же? Да. Поговорим с Вероникой по поводу работорговцев. Мы же все-таки узнали. Нет. Я вообще-то не это хотел, ну ладно. Ой, ты какая-то Кейт. Нет. Я, знаете что, я хотел сказать, типа, нет, давайте попробуем это сделать. Типа, мы, короче, она не влюблена. Еще, я просто не знаю, да, узнал, типа, она не влюблена, вот, типа того. Знаете, мне интересно, что... Once inside, I want you to open the gate and find a way to keep it open. Then signal me to begin the attack. Will you do it? Excellent. I'll have HSP men stationed come back when you're... нет, пока что не буду это делать, потому что я не хочу Веронику предавать.
Ну, влюблена и влюблена. Всё. Так, и что мне делать теперь? Ну-ка, задание. Или забить. У нас просто только вот с Вероникой остались квесты. Пошлите сюда в лагерь Раджис, расходим на кладбище. Я не знаю, что здесь еще можно сделать. Вы думали, что я не имею дел со свиньями? Убирайтесь. Что вы знаете? Хочется повторить? If I knew where it was coming from, I'd firebomb the place. Hey, if you managed to wipe that filth out at its source, you would be doing the kids of Hollywood the biggest favor of their lives. I might even change. Что хочется повторить, что он имел в виду вообще-то? Этой фразой. О, сейф. А у меня еще граната есть, кстати. Тест. Вдруг там что-то важное. Надо было сохраниться. Ну, в принципе, неплохо. Это в любом случае выгода. Ну, пошлите отсюда. Поищем еще город. Челика я в маске здесь, мне кажется, не найду. Surrender, thou Hollywood whore masters. Thy doom has come upon thee. Хэдди Холландер, президент Голливудской торговой палаты. Находясь в столице развлечений всего Запада, я хотел бы сделать заявление. Несмотря на то, что вы могли слышать от лицемерного старика, сифилитика по имени Маша Матвеева и ее сокровожадной армии Господа, говорит, по-прежнему в деле и не собирается опускать руки. Старик может пыхтеть и вздыхать на своей горе, как кончающий бизон, но его нападки ни разу не... Так, это херня, короче. Я думал, что обо мне будет. А где Сент-Фрид-Стейт? Вот это вот все. Я вообще не вижу ничего. Ну давай, прокачаемся.
Ой-ой-ой-ой. Дебил. А, фух. Еще три. Неплохо. Это надо добить. О. Жестко. Слишком далеко ударить не сможет. Печально. Сменить оружие. Ой, блин, не хватит. Ну ладно, давай. Может, убьет. Убил. Остался один, непонятно где. Блин, так бегают. Как будто на пробежке. Где перезарядка маленькая? Ну и все, ему пизда. Да? А. Ёп. Так, вот это кидаем сюда. А, ну еще перезаряжать надо. Ну ладно. О, повышение. Удока. Полевая медицина. Энергопушки. Ну, хз, можно, в принципе. Окей, ладно. В принципе, походу их ничего у них нету, поэтому можно идти. Какой-то крест с человеком висящим. Как сюда уйти? Где выход? Ладно, выход, наверное, вот здесь, да. Уже убойная сила довольно неплохая у отряда. Я вот и не знаю, где может быть что-то. Ну, монашки. А, здесь что-то есть. Ну, блин, я не знаю. Хуя себе так резко.
А хули ты внизу делаешь, чел? Ладно, неважно. Процентов. А, ну тут урона вообще никакого, я понял. Неплохо. Кому-то конец, походу. А, нет, выжил. А не такой же, такая же пушка. Оружие. Ай. Он так сдохнет. Он гранат кидает, да? Бля. Процентное попадание на на. Нам вот эту челика завалить, поэтому туда бежим. Сколько урона? О, неплохо. Блять, его там завалит сейчас. Блин, тут жестко как-то. Блин, а сейчас сверху бы херачить их. Надеюсь, его не завалит, короче. Заебал. А, нормально, убил. Так, окей. Мало. Урона мало. О, хорошо. Хуярил ты, хуярил. Она, короче, против энергии вообще никак, да? Я понял. Давай с досадом, возможно. Отсюда еще можно стрелять? Воу, попал. Слишком далеко. Ясненько. Айси. Не, надо бежать туда. Даже сюда. У нее вечный контроль потерян. Просто вечный. Айк хватает выстрел-то? Хватает, кстати. Неплохо впендюрил-то. Что с их контролем вообще? Жуть какая. В
Он успеет ударить? Нет, не успел. Попал. Как там не попадет, да. Ай. Ой, у, а. Довольно много опыта, кстати. Отличненько. У нас там они, в принципе, ни для чего, эти два челика. Просто для мощи. Холодное оружие ему качай, по-моему. Ну и все. А этому энерго как херачить, чтобы он мощный был в энергопушках. Хорошо. Хрена себе. Кто-то залутали. А хотел убежать же. И как там город-то назывался? Я секундочку осталось 27 минут еще. Короче, пока я болтал, ой, я это забыл. Пока я болтал по телефону, я подумал, блин, ну я сказать, что делать, поэтому давайте все-таки сдадим Веронику, хоть и не хочется. Блин, так не хочется, просто пиздец. Я просто не знаю, где искать того челика с маской. Такого открытого города. Ну классно же. Вот тут что ли, да, вот это. Ну ладно, что ж теперь. Я просто не знаю, мне эта игра не настолько нравится, чтобы я прям бегал и искал. Хоть и не хочется это делать. Было бы понятно, как его найти, ну блин, вообще, вот я в тупике. Если мне кто-то сказал, типа, вот там и там. Так, окей. А он мне еще не дала ничего? В смысле? И он Веры. О, пусть. Так. Открыть парадные ворота и держать их открытыми. Где этот бастион Веры? Ой, я нечаянно не ту кнопку промахнулся. Да ёпта, аппетит, еще раз промахнулся. По углу, по этому, по всему подряд. Ага. Это не то. Бастион Веры. Так, ладно, давай-ка загуглю, что.
Властелин. Да тихо, успокойся. Не так уж там хорошо у тебя. Так, знаете что? Я хочу кое-что загрузиться, во-первых. Автосейв, наверное, да? Идем к телеку. Просто я искал другое и нашел, короче, где МакДейвид этого искать. Имя узнал случайно, да. Где телек был? По прямой. I've never seen such an open town. И там где-то проход должен быть. А мы его не сломаем. Пошли попробуем гранату найти и взорвать. Где у нас был... О, тут рядом. Нормальненько. Нормально. Так, идем. Ой, надо было толпой идти. Берем гранатку, да? Там был еще дробовик, который мне нахуй не нужен. Это, кстати, можно взять. Так, теперь мы берем... У него две гранаты всего осталось. Это плохо. Одумайся. То есть, как я должен был догадаться до этого? Но проблема в том, что мне все равно ничего не дает. Гриффит Парк. Что это? Какой еще Гриффит Парк?
Я слышал, раньше здесь любовались небесами. А теперь отправляйся, ребята, в ад. Воу. Воу. Это человек хочет меня трахнуть. I am in heaven right now. So cool. I'm in hell. Yeah. Я вижу силуэт маленького человека. Это простой парнишка из бедной семьи. Значит, это вы так стремились стать палачами, да? Или вы уже ими являетесь? На вас униформа рейнджеров. Пустынные рейнджеры решили пойти по пути, который ему указал Джеймс Кинг и Рыжий Самсон. Признаюсь, я удивлен, но если вы так настаиваете... Что за Рыжий Самсон? Великий человек, я бы хотел обладать его простотой ума, верой и самоотверженностью. Он знал, что сражается. Иногда я... Нет, неважно. Время от времени всех одолевает сомнения. Если я буду идти вперед, я в конце концов увижу свет. Что за бдительность церкви? Это глаза и уши Господа. Она собирает информацию при помощи шпионажа, анализа. Ой, короче, пиздец какой-то. Я вообще не хочу об этом ничего знать. Я не буду становиться. Почему люди в клетках? Куда я попал, бля? Чего? Я, блядь, попал. Mal, is that you? Это я только. Привет, должно быть, вы новый соискатель. Hello, you must be the new aspirants. Кто ты, бля? Двери, блять, еще. Это что? Что я нашел?
Высокий худой человек с высоким лбом и худой блеск в глазах. Под его одеждами заполчена... Делать больше нечего. Ага, ну все, короче. Их надо уничтожать. Ну тут слишком много их. Бля, тут еще локация. Ты паечу нашел. Че тебе надо? Пули? А, нет, пожалуй, я, короче, загружу. А я сохранился перед тем, как взорвать это все? Короче. Это какой-то пиздец. Is this a real life torture chamber? Dude, I am in heaven right now. So cool. I mean hell. I'm in hell. Yeah. With Satan. Я этим чувакам помогать не намерен вообще ни разу. Я загорелся? А, нет. Saddest son of a bitch on this mountain. Of course, who could be happy doing what he does? Чё ему надо? А. А их все, чтобы алкоголь дал им. Допустим, дай-ка я дам бутылочку. Что? Ебать, я хуету нашел. Да я с тобой разговаривать даже не буду.
Ты что? Какое-то яйцо. Где бутылочка пива? Ебать, психи. Обрабатывать тупиц выбирает из них грехи. Время от времени к нам поступают новички, и тогда мы можем с ними немного позабавиться. Длинноногая с большими сиськами? Что вы говорите? Возможно, мне стоит на нее взглянуть. Опять что ли? Да ёпта, сколько мне пива вам отдать-то надо? Что такое? В униформе кающейся грешница стоит перед домиком с вывеской, на которой написано «Закусочный Самсона». Такие же, как они. Но это не так, да? Вы действительно хорошие парни или нет? Вы пришли принять их веру? Вы хотите вступить в армию Господа? Нет? Я так и знал. Рейнджеры не настолько глупы, чтобы поверить в вранье какого-то проповедника. В отличие от меня, вы пришли за чем-то другим. Я знаю, сразу смогу сказать. Обещаю, рейнджеры, я не выдам ваш секрет. А если вам нужна информация, скажите мне. Можно многое заметить, продавая гамбургеры. Когда закончите свои дела и будете уходить, вы можете мне... Не поможете мне бежать? Я так хочу вернуться домой. За закусочный. Ебать. Какой-то ад нашел вообще. Бастионе. Вы хотите бежать? И спать. Покой мы. Ага. Так, ладно. Может быть, что-то будет. Выпивать все спиртное, которое можно конфисковать.
жена. Какая жена? Где? Тоже с пистолетами прочесывает местность деревни в поисках кающихся грешников. Так. Она такая милая и красивая, как ангел. И чистое золото, как снаружи, так и внутри. Мэйвизер наложил на нее свои лапы год назад. До этого ее мужем был другой человек, паладин по имени Симс. Ага. Покоями. Санферет практически в райске. Макдейт, да? В бастионе. То есть, кстати, чуваки все выпивают. Окей, это что такое? Пец. Блин, а я от нашел. Как их открыть? Оп, ага, то есть они так открываются. Это как раз о том, что говорила эта женщина. Блять, у них тут пушки еще. Это кающиеся грешники, да? Ладно. Че за жена-то? В принципе, я нашел. Секунду. Пять бутылок нашел.
О, Вера. Mal, is that you? I was only... Oh, hello. You must be the new aspirants. А как с ней поговорить? Mal, is that you? I was only... Oh, hello. You must be the new aspirants. Так, погоди, я что-то не понял. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Так, погоди. Мне интересно, только тогда появится ветка. Допустим. Нет, короче, ладно, что-то не то. Мы на этом закончим и, наверное, пойдем просто сдавать Веронику, потому что я сейчас вычитал то, что, ну, там, короче, диалог был, я сначала начал читать. Там был разговор о том, что этот чел как раз и является секретным любовником Вероники. И потом они захотят сместить власть в Голливуде, что меня просто... не устраивает, поэтому мы сейчас пошли сдаем Веронику и на этом сохраняемся. Вот, вот такие вот дела. То есть мы потом еще вот эти двери нужно будет открыть каким-то, блядь, образом. Блин, конечно, охуенно то, что так часто сохранение, просто великолепно. Это пиздец, конечно, райончик просто пиздец. Так, направо и налево. Извините, но нет. Защитник борделей в деле, короче. Да, все. Завела любовь. Да, тут про двери сейчас будет, мы все читали. Да. Все, давайте с этим закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там есть скриншот обзора с интрей кино. И как обычно, всем спасибо. И всем пока.